привет! С вами Мэг. И Вадарн. Сегодня, 29 ноября, мы находимся в главном офисе Mail.ru, в котором проходит последний в этом году турнир по этой дисциплине – осенний Warface Open Cup 2015. А что мы здесь делаем? Мы присутствуем при достаточно крупном событии для всех киберспортсменов по Warface. Куча зрителей, огромная толпа гостей и люди, которые раскупили билеты за сутки на этот турнир. Мы попытаемся узнать, кто же все эти люди, которые так искренне любят Warface. До лан-финалов осеннего сезона Warface Open Cup добрались 4 сильнейших коллектива – Team Empire, Rocket, Arena Stars и Коварные. Последние пробились в заключительный этап чемпионата через стыковые матчи, не участвуя в жарких баталиях мастер-лиги. Призовой фонд турнира составил 1,5 миллиона рублей, а билеты на главное событие были распроданы за 24 часа. Таковы реальные масштабы относительно молодой дисциплины Warface. Нам было очень интересно, с какой целью пришли на финалы посетители и кто составляет основную аудиторию данной игры. Мы находимся на первом этаже в офисе Mail.ru, где стоит прекрасная сцена и идет баталия между двумя коллективами, Team Empire и Коварные. Первый матч уже стартанули, и мы будем сейчас выяснять у зрителей, как и вообще им мероприятие. Добрый день. Вы попали на это мероприятие, что вас сюда привело? Нравится ли вам Warface, играете ли сами? Да, нравится, играю. Просто решила приехать посмотреть. Никогда не была, стало интересно. Скажи, пожалуйста, почему сегодня ты находишься здесь? Я вот хотел узнать, что такое Open Cup, вот прийти, посмотреть на финал и понять, стоит мне участвовать или нет, попробовать свои силы. Я большой поклонник Warface, и я решил попробовать себя, ну, как-то пробиться в киберспорт, в сфере комментирования. Вот хочу сейчас посмотреть, как вообще изменилось, может быть, стоит опять начать играть. Просто хотели хорошо провести время, сходить куда-нибудь. Нам нравится эта игра. Я заблудился. Ну, на самом деле, меня пригласили администрация, просто чтобы я пришел, пообщался с ними, со зрителями, со своими увиделся, наверное. Ну и просто получил удовольствие. Конкурс косплея. Единого представления о людях, которые предпочитают Warface, сформировать не получилось. Уж слишком разноплановый контингент собрался на финалах осеннего сезона Open Cup. Мы продолжили свое исследование, обратившись к игровому прошлому как гостей турнира, так и профессиональных игроков Warface. Я играл только в детстве, и это были компьютерные клубы, это все так начинали. Мы играли в Counter-Strike 1.6. Я играю сейчас в CSGO, до этого я очень-очень долго играла в Call of Duty Modern Warfare 2, это прям любовь моя. Играл в CS. Ну, порядка 8 лет я играл в CS 1.6, потом у меня был игровой опыт в Crossfire примерно 2 года, ну а потом как-то получилось и попал сюда. Как вы уже поняли, большинство игроков не прошло мимо таких популярных игр, как CSGO и Call of Duty. Но почему же их окончательный выбор пал именно на Warface? Чем Warface круче всех этих игр? Графика, много оружия, доступная игра. Warface меня зацепил тем, что он динамичный, новый шутер. Все могут с друг другом соперничать и побеждать, все могут. Он очень динамичный и очень большое разнообразие всяких миссий. И вообще очень весело с друзьями играть. Веселенькая игра такая, динамичная. Много людей из других городов познакомились тоже. Встречались, вот кто-то приезжал в Москву, гуляли. Ну, интересно, в общем. Warface мне нравится тем, что можно играть как раз-таки вот PvE-миссии, там можно развивать свой тимплей, командные игры и так далее. Да, игра очень интересная, динамичная. Мне нравится ее динамичность, как все это происходит. Меня он привлек тем, что я могу играть на про-сцене и, в принципе, зарабатывать. Ну, своим геймплеем, в принципе, вот. То есть, сама игра, она как бы мне интересна, и поэтому я в нее играю. Ну, вообще, всем, и игрой, и онлайн-общением, забавно. Просто бегать, стрелять, убивать. А PvP-режимы, PvE-режимы, спецоперации появились. Вот все новое, это меня больше всего устраивает. Я не удивлен, что она развивается. Отвечая на этот вопрос, большинство опрошенных нами сошлись во мнении.
Из наиболее часто встречаемых ответов мы поняли, что каждый нашел в Warface что-то необходимое именно ему. Позитивное общение, новых друзей, доступность и хорошую графику. Кто-то оценил игру за ее динамичность, кто-то за более широкий выбор вооружений и за возможность его прокачки. Для остальных Warface — это путь достижения мечты, дорога в киберспорт и возможность стать чемпионом. Скажи, пожалуйста, какими качествами, по твоему мнению, должен обладать игрок Warface, чтобы добиться результатов, чтобы стать чемпионом в этой игре? Игрок должен обладать качествами как командной игрой, понимание своих тимплеев, своих тиммейтов, да и все, наверное, хорошо стрелять. Общительность, стремление, самое главное это стремление, это мотивация, это желание выиграть, победить и именно вот стоять на сцене, когда тебя будут представлять, ну, как команду прошедшую и команду победившую этот турнир. Если будет желание, то появляются и все остальные качества, нужные для того, чтобы играть в команде и побеждать. Игрок, в принципе, должен быть спокойным, неконфликтным и хорошо играть в команде, слушать координатора. Вот, значит, отношения в команде должны быть, конечно, все равно взаимосвязаны, то есть должна быть какая-то согласованность. Но вот если только это самая маленькая часть. Так сказать, коротко, помогать друг другу в каких-то ситуациях. Допустим, вот моего тиммейта убивают все время, он не может никого убить. Я ему что-нибудь, какие-нибудь слова дам, его это, может быть, поднимет ему мораль, и он начнет играть. А есть, которые просто, ну, сливаются, таков-то игрок. Так вот они играют. Ну, вот это не очень, конечно, хорошо. У всех есть мнение, что в Warface играют только игроки младше 14 лет, но, судя по тем же LAN-финалам, проходят игроки больше 14 лет и больше 20 лет, и комьюнити тут достаточно взрослое. Просто берут отдельные случаи, отдельных личностей и судят именно по ним. А насчет скилловости, я не знаю, все судят, как хотят. Пусть сравнивают, и у каждого свое мнение на все. Несмотря на изначальную интригу, которую привнесли участники команды «Коварная», большая часть призового фонда была распределена между фаворитами турнира. Победителями осеннего Open Cup стал коллектив «Arena Stars», обыгравший в непростом матче оппонентов из Team Empire. На заключительном чемпионате по Warface этого года нашлось место всему. Красочному противостоянию команд, общительным зрителям, косплею, развлечению для гостей и даже публичному признанию в любви. Дружелюбная атмосфера турнира напомнила нам тот период времени, когда киберспортивные события проходили в более уютной и ламповой обстановке, способствующей единению. Друзья, аудитория Warface включает в себя представителей абсолютно всех возрастов. Кто-то предпочитает Warface тому же Counter-Strike, из-за того, что игра более динамичная, в ней есть классы, в ней большие тактические возможности, есть даже способы прокачивания оружия. Ну а кто-то считает, что в Warface легче попасть на просцену. Но объединяет и всех искренняя любовь к игре, желание развиваться и достигать успеха. С вами были Мэг, Модерн, и до новых встреч, друзья!